Очередь в детский сад, судьба библиотеки и ремонт дороги стали поводом для горожан записаться на прием, который традиционно проводит глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Первой за помощью градоначальнику обратилась жительница города Наталья. Полгода назад она встала в очередь на получение места в детском саду для своего 2-летнего ребенка. Однако зарегистрировалась в Химках девушка лишь 1 февраля, из-за чего место в очереди по регламенту постоянно отодвигалось. И сейчас Наталья переживает, что не успеет в этом году оформить ребенка в сад. Дмитрий Волошин поручил начальнику управления по образованию помочь новоиспеченной химчанке. Хорошо, мы вам поможем. Пожалуйста, помогите. Хорошо. Пересчитайте очередь, так как она зарегистрировалась 1 февраля. Ладно, помогите человеку, ну, чтобы она не мучилась. Вот все возможно, обещаю вам сделать, чтобы устроить. Ладно? Все. Следом главе обратились несколько химчан, которые пытаются отстоять будущее старейшей библиотеки №1 на Энгельса, которую власти в рамках реструктуризации библиотечной системы планируют переделать под студию детской школы искусств. Такое решение было принято, поскольку поблизости на улицах Калинина и Московской уже расположены 2 других читальных зала. Впрочем, химчане не хотят расставаться с этим знаковым для города местом. Больше 275 подписей просят вас не ликвидировать эту библиотеку и оставить, так как она не только приносит благо, но и является ценностью города. Дмитрий Волошин предложил горожанам собраться за круглым столом и обсудить детально, насколько старейшая библиотека сегодня удовлетворяет потребности химчан. Мы видим это вот так, эту модернизацию. Если вы считаете, что нужно делать по-другому, я готов ваше мнение учесть. Давайте сделаем, как вы хотите. Но тогда это рабочий процесс. 30 дней. 30 дней отработайте, посмотрите, что мы делаем, дайте свои пожелания. Эта модернизация может по-разному пройти. По вопросу дорожного строительства к главе обратился химчанин, который живет в частном секторе. Мужчина пожаловался на проезжую часть протяженностью 800 метров, по которой ездить, мягко говоря, некомфортно. Вот такие вот булыжники. Фракция огромная, не укатана, не удроблена, ничего не происходит. Там машина проседает, колеса. Машина не проседает, они просто ездят и все там разбивается. Дмитрий Волошин поручил заместителю главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Дмитрию Чистякову лично оценить состояние дороги и подготовить предложение по ее ремонту. Я тебя прошу, тебе телефон Таня передаст мобильный, пожалуйста, съезди, посмотри там. Это не только про эту дорогу. Посмотри, где говорит Александр Александрович, там плохо асфальт был сделан. Тонким слоем. Пожалуйста, разберись с этой историей. Напомним, встречи с главой проходят несколько раз в месяц. Обратиться со своими проблемами может каждый. Для этого нужно записаться на сайте администрации или по телефону.